летом на базе детского консультативно-диагностического центра, который находится в Одинцово на улице Говорова, работает отделение амбулаторной медицинской реабилитации для детей. Кто может туда обратиться, какие направления там представлены, об этом и не только. Мы сегодня поговорим с заведующей отделением Нейрой Хачатрян. Здравствуйте. Вы смотрите программу «Формула здоровья». Здравствуйте, Нейрая Диковна. Расскажите, пожалуйста, когда открылось детское отделение медицинской реабилитации? Здравствуйте. В июле 2023 года на базе детской поликлиники по адресу Говорова, 10, открылось отделение амбулаторной медицинской реабилитации для детей. И медицинские реабилитационные мероприятия проходят у нас в отделении в кабинетах аппаратной физиотерапии, кабинетах теплолечения, бальнотерапии, кабинеты массажа, лечебной физкультуры. Планируется открыть механотерапию кабинет и галотерапию. В состав нашего отделения входят также кабинеты физиотерапии и массажа, которые находятся на базе детской поликлиники в микрорайоне Трехгорка и в 8-м микрорайоне по адресу Комсомольская, 7. Таким образом, маленькие пациенты, пройдя консультацию врача-реабилитолога, могут пройти свои лечебные мероприятия ближе к своему дому. А расскажите поподробнее, что такое вообще медицинская реабилитация? Медицинская реабилитация – это технология помощи пациентам с нарушением функционирования, направленная на восстановление максимально возможного уровня жизнедеятельности. Медицинская реабилитация, она в Российской Федерации проходит в 3 этапа. Маршрутизация пациента начинается в реанимационных блоках и в палатах интенсивной терапии. Это первый этап. Второй этап – это стационарный. Пациенты получают реабилитацию в стационарных реабилитационных центрах. И третий этап – это амбулаторно-поликлинический, санаторно-курортный этап. Расскажите, пожалуйста, чем отличается медицинская реабилитация для взрослых от медицинской реабилитации для детей? Медицинская реабилитация для детей – это специальность, которая основана не только на диагностике и лечении заболевания, а это комплексный подход к организму ребенка, учитываются факты продолжения роста, физическое и умственное развитие. И это комплексное лечение, которое создается в результате слаженной и взаимодополняющей мультидисциплинарной команды, которая приводит к выявлению и развитию имеющих способностей детей, лечению установленных заболеваний и организации самостоятельности ребенка. А по каким направлениям сейчас происходит реабилитация медицинская? Медицинская реабилитация сейчас бурно развивается, и она развивается в педиатрии, в травматологии, ортопедии, неврологии. В данный период очень много пациентов от пульмонологов. Большое количество пациентов у нас проходит по травматологии и ортопедии. Ортопедическими диагнозами, которые направляются к нам, это нарушение осанки, сколиоз, плосковальгусные деформации, остеохондропатии, кривошеи, врожденные и приобретенные. Однако я бы хотела уточнить здесь, что самым распространенным и социально значимым диагнозом в детской ортопедии является сколиоз. Сколиоз – это заболевание опорно-двигательного аппарата с боковым искривлением позвоночника, с обязательной ротацией тел позвонков, и его характерной особенностью является прогрессирование. Поэтому очень важно вовремя установить, диагностировать и начать лечение данной патологии. И важно здесь отметить, что он имеет прогрессирование в периоды интенсивного роста и развития детей. Интенсивный рост бывает от 4 до 6 лет, от 10 до 14 лет. И особенно начинает риск усугубления прогрессирования сколиотической осанки наступает в период полового созревания. У мальчиков он бывает с 11 до 14 лет, у девочек с 10 до 13. Поэтому родители, у кого уже у детей которых поставлен диагноз первой степени, и они входят уже в период пубертантный, полового созревания, особенно должны быть внимательны к здоровью своего ребенка, проходить консультацию ортопеда, затем направляться в наше отделение для дальнейших реабилитационных мероприятий.
можно сказать, что проблема сколиоза – это самая основная патология, да? Получается, кому еще необходима реабилитация? Ну, реабилитацию проходят у нас в отделении. Они много пациентов, и они направляются от педиатров и узких специалистов. Это и офтальмологи, и урологи, гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи, неонатологи. Они приходят к нам уже с уточненным диагнозом. И на консультации врача медицинской и физической реабилитации, физиотерапевта, с учетом реабилитационного потенциала выставляется реабилитационный диагноз, составляется индивидуальный план медицинской реабилитации, и пациент проходит свое лечение у нас в отделении. Наира Эдиковна, скажите, пожалуйста, как проходит лечение в реабилитационном центре? Пациенты, которые уже имеют реабилитационный диагноз, индивидуальный план реабилитации, в зависимости от своего диагноза, проходят реабилитационные мероприятия в кабинетах аппаратной физиотерапии. И у нас огромный арсенал физиотерапевтической аппаратуры. Это магнитотерапия, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, СНТ. Это синусоидально модулированные токи, которые очень эффективны в педиатрической практике. Они приводят расслабление и стимуляции уже спазмированных мышц, фототерапия. Одним словом, у нас огромный арсенал в аппаратной физиотерапии. И также они могут пройти лечение совместно с аппаратной физиотерапией в кабинете теплолечения. В кабинете теплолечения у нас парафинозокеритовые аппликации пациентам проводятся. И это очень хорошая и эффективная процедура в Одинцовском районе. Только в нашей поликлинике представлен этот кабинет. Парафин имеет тепловой эффект, а озокерит и тепловой, и химический эффект. Озокерит – это горный воск нефтяного происхождения, в состав которого входит смола, эфирные масла, микроэлементы. И когда происходит аппликация, расширяются кровеносные сосуды, повышается тепло именно в этом участке, а затем после этой процедуры происходит постепенное сужение, то есть мы улучшаем и кровообращение, и лимфообращение, и это приводит к оттоку лимфы. И в результате мы имеем хороший противоотечный эффект, обезболивающий, иммуностимулирующий, репаративный и регенеративный метод. Следующий кабинет у нас кабинет бальнотерапии. Там тоже маленькие наши пациенты проходят бальнотерапию. Это хлоридно-натриевые ванны, хвойные, жемчужные, йодобромные. И большая эффективность у нас есть у пациентов с синдромом мышечной дистонии, которые страдают дети первого года жизни. Ну и дальше тоже в других возрастных группах также имеются. В кабинетах лечебной физкультуры у нас проходят как индивидуальные, так и групповые занятия, которые дают в связке с аппаратной физиотерапией, теплолечением, бальнолечением хороший эффект. И если будет наблюдаться регулярность выполнения лечебной физкультуры, то у нас имеются прекрасные эффекты остановки, например, прогрессирования того же сколиоза. Ну и можем такое небольшое приятность нашим зрителям. Пожелание в преддверии 2024 года. Что можете сказать маленьким вашим пациентам и их родителям? Я бы в преддверии 2024 года всем желала огромного здоровья, счастья и много удачи. Я как врач-реабилитолог хотела бы, чтобы в 2024 году все вышли из гиподинамии. Ведь гиподинамия – это бич цивилизации, болезнь 21 века. Ведь наша генетика закладывалась еще в далекие времена, когда человеку для проживания нужно было активно и много двигаться. И сейчас, когда нет этой активности, то нарушается жизнедеятельность организма. И как говорил древнегреческий философ Аристотель, движение – это жизнь, а жизнь – это движение. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо и вам. Будьте здоровы. Спасибо, что уделили нам свободное время. Встретимся в следующий раз на телеканале ОТВ.